Привет, ребята! Вы на моем канале Ди Анна Скорби. И сегодня я еду на шашлыки. Мы уже выехали за город и скоро будем на месте. В прошлом году я тоже ехала на шашлыки, но в этот раз будет намного интереснее и позитивнее. Скоро мы уже приедем. До встречи! Мы как будто в Европе. У нас сделали новую, классную и ровную дорогу. И очень-очень приятно ехать. Фух, наконец-то приехали. Какая жара в машине. Я здесь целый год не была. Здесь так классно. И у нас уже все наготове. Целая тарелка шашлыков. Здесь это картошка, помидоры, овощи, все, что надо. Также сок. Пожелайте мне приятного аппетита. Приятного аппетита. Да. Я уже покушала, и я уже вышла на озеро. Я уже даже покупала. Это чуя. Я уже недавно только приехала с моря, и пошли со мной. И знаете что? Мне здесь очень нравится, и я только недавно еще была на море, и я уже на озере. Здесь мне очень нравится. Здесь я приезжаю еще с 3 лет, когда мне было 3 года, я сюда приехала первый раз. И я уже эту местность очень хорошо знаю. Также здесь находится недалеко мое село и, ну, как мою, там, где живет мой дедушка. И там я иногда прихожу кукурузу собирать, потому что я очень люблю кукурузу. Спасибо, что на моем канале набралось уже так много подписчиков, около 1000 подписчиков. Спасибо большое. Когда мы сюда приехали, здесь очень мало было отдыхающих, но посмотрите, что сейчас. Здесь очень сейчас много отдыхающих, очень много купаются в речке.